Всем привет! Меня зовут Наташа, и вы на канале «Замуж в Индию». С праздниками вас, мои дорогие! Слушайте, я настолько стараюсь для вас снимать, тем более событий сейчас много, но, поверьте, это делать крайне тяжело. Для кого-то сейчас веселье, а у нас сезон, и парам просит меня, чтобы я ему помогала, что, мол, бизнес намного важнее твоих съемок, но я все-таки стараюсь совмещать. Итак, друзья, Рождество. В Индии отмечают католическое Рождество, хоть и католиков у нас не очень много, около 2%, но объявляют официальный выходной, в общем, все как положено. Так, ну а что касается нашей компании, католиков у нас немного, только один ман, правильно надо говорить махан. Так вот, это наш работник, парень, который каждый год обязательно в этот день ходит в церковь. Причем готовится он заранее и основательно, надо сказать. Он даже покупает каждый раз новую одежду. Вот посмотрите, пожалуйста, сейчас сюжет именно об этом. А ну, что у меня, what is this? Покажи, похвастайся. Что это за обновки такие красивые, ман? Что у меня? Вот, вот такие вот джинсы красивые, новые. Do you like it? Like? Nice? Очень красиво, да. Супер. Кстати, я хочу обратить внимание на прическу. Man, man, I won't show you hairstyle. Очень оригинальная. Он не хочет подстригаться, видите, он убежал, убежал. Ну, в общем, вы увидели, да, заколка, обруч. Очень оригинально. Распустила Дуня косу. Майкл Джексон. You know Майкл Джексон? Похож на Майкла Джексона. А ну, show like this. Покажи. Вот это да, вот это прическа. Это он только помыл сейчас волосы, кудрявые. Кудрявые, means curly. Oh, very nice. Good look. Попросила даже мана, чтобы он вышел на солнышко, вот здесь в саду покрасовался. Видите, он с удовольствием позирует, он действительно считает, что это очень красиво смотрится. You just wash hair, да? Только помыл голову. How many years you not cut your hair? Сколько времени ты не... Not cutting. One year, two years. Сколько лет ты не подстригался? When last? Не понимает. Three years. О, three years not cut. Вот это, ну тогда должно странно, должна быть по пояс коса. Медленно растут, надо какими-то еще... Do you use something, some... Coconut oil or what? Coconut oil. Coconut oil пользуется кокосовым маслом. Кокосовым маслом обязательно. Он перед мытьем наносит кокосовое масло и потом через несколько часов уже смывает шампунем. Окей, thank you. Да, друзья, жалко, конечно, да, такой парень красивый, видный, а у него до сих пор нет, представьте себе, второй половинки. Пропадает зря. Вот, ну, в этот раз, как и в прошлом году, отправились в церковь и взяли с собой махана. Но в этот раз нам не повезло. Нам пришлось поцеловать замок, потому что церковь была закрыта на карантин. Мы, конечно, очень сильно расстроились, но представьте себе, у нас в Индии до сих пор еще ни разу не открывались школы, вообще ни разу. И, соответственно, ни тебе никаких утренников новогодних, рождественских. И тут еще и церковь, представьте себе, тоже закрыта. Ну, раз мы уже вышли все-таки, да, и я была очень сильно настроена на съемку, мы решили зайти в наш любимый отель, в отель с бассейном, ну, так сказать, разнюхать, что там за обстановка, как они там готовятся к празднику и что у них там с клиентами. Кстати, вот мы зашли в отель Horseland, и помните вот эту вот милую женщину? Я снимала видео о ней, о том, когда она переболела коронавирусом, и ее игнорировал весь поселок, ее и ее ребенка, который вообще даже в больнице не побывал. Но сейчас, слава богу, все нормально, уже люди немножечко успокоились, уже отлично ее воспринимают, принимают она. Видите, вышла на работу, здесь она работает массажистом. Так, вот посмотрите, здесь прайс-лист. Потом подробнее почитаю. И кому интересно, остановите, почитайте. Остановите на паузу. Так, вот девчушечка, я уже забыла. What is your name? I forgot.
Мадуша. А, посмотрите, она даже делает массаж, точки нажимает на руки активные. А это еще коллега, которая рисует на Менде, рисует хной, да. Артур, что у ее Менде? Артур у нас тоже увлекается этим рисунком. У него тут Артур написано, это Аради. О, вот эта милая женщина, do you know Russian? До свидания. А, он лезет. It's a very famous thing. I was in Dubai for so many years, so I heard people talking. Means bye-bye. Это намек, наверное, был. Я все поняла. I understand. Так, мы все-таки решили, напросились. Хоть нам и сказали уже до свидания, но мы решили зайти посмотреть внутри. То есть, видите, вот такой вот лежак. Я, кстати, друзья, если кто не знает, тоже заканчивала курсы. Курсы классический массаж и антицеллюлитный. И у меня даже есть классный лежак, не такой, как у них. Но это все в Харькове. Но хотя, может быть, в будущем я буду... В общем, мне очень нравится делать массаж, и всем моим клиентам тоже нравилось. Так что, возможно, в будущем я все-таки уговорю мужа и буду заниматься этим. То, что действительно это работа интересная и высокооплачиваемая. Так, оказывается, в этом салоне еще и маникюр делают. То есть обычным лаком и гель-лаком тоже они делают. Я вообще слышала, что индианки не очень хорошо делают. Но, честно говоря, я тоже массаж делаю намного лучше, чем маникюр. С маникюром у меня пока не очень. What is this? В общем, она показала, это печь. Здесь стерилизуют полотенца. Вот еще машина, которая делает массаж ступни. Артур увидел, как тут, боже, как я хочу искупаться, как я хочу поплавать. Уже 100 лет мы этим не занимались. Оказывается, уже, видите, открыты бассейны в некоторых местах Индии. В этом бассейне мы плавали уже много-много раз. Плавали, но до пандемии. А сейчас можно уже возобновить походы в бассейн. Если бы пара мне позволил, я бы у нас в отеле оборудовала салон поуютнее. Но сейчас не об этом. Сейчас я хочу вам похвастаться подарками на Рождество. Внимание! Друзья, сегодня у нас 25 декабря, католическое Рождество. Я, честно говоря, не знала, когда нам лучше отмечать, 25 или 7 января. И, в общем, я пока терялась в догадках, а Элла и Майя прислали подарки. Вот, сейчас мы их будем открывать. Подарки для Артура вообще супер. На, открывай. Да, очень интересно, что же там внутри. Кто это такой? Покажи. Динозавр. Динозавр? Я тебе сейчас объясню, что это не просто динозавр, это вообще такая классная игра. В общем, там в гипсе Элла с Майей, видно, поняли, да, внимательно смотрели видео и поняли, что Артур у нас мечтает стать археологом. И оказывается, есть такая игра, я даже не знала, что такое есть, специально для юных археологов. Вот, это гипс. То есть и внутри там находятся кости динозавра, которые надо с помощью вот этих вот инструментов извлечь. Понял? Только с помощью этих инструментов. Аккуратно, потому что не дай бог повредить кость. И потом эти кости нужно сложить и сделать из них скелет, ну полностью, да, скелет динозавра. Как это? Вообще супер игра, да, Артур? Как ты считаешь? Угу. Кстати, друзья, вот мне интересно, я уверена, что среди вас тоже очень много тех, которые переехали жить в другие страны. Как вы отмечаете? В какой день? 25-го католическое или 7-го отмечать? Потому что, ну, здесь 7-е вообще никто не знает. Вот напишите, пожалуйста, поделитесь своим мнением, очень интересно. Элла и Майя, огромное спасибо. Очень классный подарок. Артур, смотри, я радио пришла. Понятно, решила все-таки отмечать в Мумбаи. Это Чанки, this dance, there is a 2 o'clock very dance, somebody DJ, here, very DJ, and some party dress, and somebody this pizzas, burger, somebody very there. Okay. Mumbai. उधर करके आएगा. मम्मी, मैं मम्मी को बोली मम्मा. What she said?
Представляете, она маму попросила, говорит, я пойду к Артуру, попрощаюсь. Окей, come back soon. Окей, come back fast. See you soon. Bye. Артур, see you soon. Have a nice day. Вот еще друг подключился. Артур, потихонечку, там по чуть-чуть, так не надо. Нет, это не по-честному, надо по чуть-чуть, как настоящий археолог. Вот что интересно, Сурадж, ну и остальные дети к нам постоянно приходят и играются только нашими игрушками. Причем еще они могут вот так вот прийти, как сегодня, допустим, Сурадж сказал, я давно не игрался домом, который мы на день рождения Артуру подарили. Вот, видите, вот этот дом. То есть он сказал, пришел и сразу заявил, что, мол, доставайте этот дом. Я давно в него не играл. И я, знаете, я раньше думала, что, может быть, у них, они такие бедные, может, у них там у детей, у этих индийских нет игрушек. Но потом мы уже стали бывать на днях рождения, в гостях, и видим, что игрушки есть. Причем немало. Просто они не здесь нет такой культуры, вот как у нас, да, вот, чтобы дети приходили со своими игрушками в гости, делились, менялись. Не то чтобы, да, мы там горим желание чужими игрушками поиграть, но просто, ну, это интересно, это развивает доброту в детях. А Артур у нас насчет этого молодец, он всегда такой, что даже сам предлагает, во что ты сегодня хочешь поиграть. Ну что там, Артур? Тут нужно настоящего археолога позвать. Так и ты старайся, будешь настоящим, Артур. Настоящий тоже сначала был таким, как ты. Все приходит с опытом. Смотри, так это из песка делали? Это гипс. Вот, наконец-то дошли до второй коробки. Во второй коробке оказывается то же самое. Та же игра, просто другого производителя. О, а ну покажи, тут еще лупа, да, прикольно, здесь интересно, можно, да, использовать инструменты с обеих коробок. А покажи, что там еще, лупа и что еще. Смотри, тут металлическая, по-моему, это ложка, ей будет удобнее выковыривать. И тоже кисточка. Дело пошло быстрее. Как классно вообще, обалдеть. Ну что, там не видно еще, не выглядывает кость, Артур? О, уже показали. Показывай, сынок. Супер, какая классная игрушка. Покажи на камеру, вот. Сынок. Ты доволен, Артур? Ага. Что надо сказать? Спасибо. Посмотри на камеру, сынок, посмотри. Спасибо большое. Элла и Майя, спасибо вам огромное. Такой замечательный подарок, такой сюрприз. Я, кстати, тоже получила массу удовольствия. И, друзья, представьте, оказывается, еще не все подарки пришли от девушек. И на Новый год нас всех ждет распаковка подарков от Эллы, Майи и Деда Мороза. Элла и Майя – наши давние друзья из Америки. Я думаю, что многие из вас их уже знают и помнят, многие смотрят их канал. Они очень много путешествуют по стране, открывают нам Америку, настоящую Америку без прикрас. Так что, друзья, я вас приглашаю подписаться на девушек. Я оставляю ссылочку в описании под видео. Обязательно заходите и подписывайтесь. Так, а сейчас, друзья, посмотрите, пожалуйста, что у нас творится, что у нас происходит в отеле, чтобы вы понимали, почему мне сейчас настолько тяжело заниматься съемкой, почему я вот так вот выбежала, можно сказать, вырвалась из отеля даже без макияжа и в обычной спортивной одежде. Посмотрите, сейчас они еще только собираются, еще не все в сборе, и сколько чемоданов они приехали всего на один день. Ну, конечно, да, много, 13 семей, но все равно столько они вещей с собой берут на один день, как будто бы на месяц куда-то приехали. Огромная компания, представьте себе, 13 семей, дружный коллектив железнодорожников. Они у нас уже останавливаются третий раз. Первый раз останавливались одни мужчины. Друзья, это было что-то с чем-то, насколько они активно и весело отдыхали, бурно веселились, что я тогда просто была приятно удивлена тому, как вообще отель все это выдержал. Ну а в этот раз они уже приехали со своими женами и детьми. И видно сразу, что они скромничают, ведут себя довольно тихо. Ну это чтобы вы понимали. Они останавливаются не только на номера, плюс еще и будут питаться. Поэтому мы попросили экстра-повара, вот, для того, чтобы приготовить нам всю эту огромную команду еды. Один на семь не справится.
И вот они пришли, а мы еще с Артуром не успели домашку сделать. Сидит, он пишет, его окружили, бедненький. Елочка вон у нас стоит. Детки, подходите к елочке. Ну, не особо они. Елка моя почему-то не впечатляет. Они любят, чтобы побольше было и больше ваты было на ней, как будто бы это снег. А я вату не в этом году не стала цеплять. Друзья, мы так рады, что эти люди в третий раз выбрали именно наш отель. Особенно в это смутное время, когда туризм во всем мире тухнет. В общем, это большая ценность. Сейчас каждый клиент на вес золота. Ну и, конечно, мы постарались, чтобы наши гости оставили наилучшие впечатления об отдыхе и приехали еще в следующем году. Парам организовал шоу-программу с фокусниками. Индийцы это очень любят. Да, еще интересно, что, как оказалось, это был не просто рождественский корпоратив, а в первую очередь день рождения начальника. И мы, конечно, купили в подарок торт и достали букет. Да, в Матеране не продаются цветы, даже за миллион. Но нам помогли нужные связи с садовником. В общем, гости были довольны. И для нас тоже. Это были не просто клиенты. Я, в свою очередь, была счастлива окунуться в эту атмосферу праздника. Тем более, получилось не только наблюдать, а даже поучаствовать во всем этом мероприятии. Друзья, настолько все было классно организовано. Каждая супружеская пара подготовила свой танец, уникальный танец. Индийцы настолько артистичные. Это на самом деле у них в крови. Танцуют и поют они не только в фильмах. Вот, посмотрите, взрослый мужчина, который занимает высокий пост в офисе, пляшет как ребенок, причем практически на трезвую голову. Да, представьте, и нам тоже не удалось улизнуть. Парам у меня, ну я уже когда-то говорила, в общем, он у меня нетипичный индиец, лысый и еще и не танцующий, во всяком случае трезвым. Так что для Парама был огромный стресс выйти вот так вот в центр, чтобы станцевать перед всеми, перед огромной публикой. Он даже пытался использовать Артура, чтобы отмазаться, что, мол, ребенку время спать, и его надо успокоить. Но не вышло, и мы тоже станцевали. Слушайте, сейчас спустилась на кухню, и пора меня остановил, говорит: Наташа, я должен тебе кое-что показать, очень важное. Тут на кухне, кстати, обратите внимание, работа кипит, ну представьте, насколько человек надо наготовить еды. Вот, мне тоже надо приготовить Артура, я не знаю, где я сейчас втиснусь. Ну ладно, и Парам сказал, что сейчас подожди до готовки, сейчас более важное дело у нас есть. А ну, show me, Парам, what is this? We must tuning it like this dance together. Представьте, это, знаете, как говорится, клиент всегда прав, и все требования клиента надо исполнять. И вот они сказали, что вечером будут танцы, и нам вот с Парамом... И нам с Парамом надо выучить вот этот вот танец. Сейчас нам надо тренироваться, чтобы не упасть в грязь лицо. Да, кстати, друзья, я вот здесь заметила, что в Индии дети веселятся со своими родителями, даже причем груднички до 3 часов ночи, а то и позже. И это для них норма. Вот напишите, пожалуйста, как у вас. Просто я сама такая сторонница режима. И Артур всегда у меня укладывается спать вовремя. А гости нашего отеля проснулись все как огурчики, 7 часов, веселые и бодрые. Ой, еще вот когда мы прощались, каждый пожал нам руки, а женщины даже заключили в объятиях. И настолько это было приятно, друзья, это были какие-то такие добрые, родные объятия. До свидания. До свидания. До свидания.
Новым годом. С Новым годом. С Новым годом. Я до свидания. До свидания. Это значит, мы еще увидимся. Да, до свидания. We will see you, Vince. Ну а напоследок, друзья, традиционная сегодня рождественская песня. Утром на рассвете буду слушать ветер, может, в нем услышу я тебя. Знаю, что на свете, знаю, больше нету вот такой любви, как у тебя. У любви Иисуса сила и прощение, ты зовешь всех странников к себе. Терпеливо долго ждешь, чтоб дать спасение, ты во всем мой Бог, и ты везде. Нежный-нежный голос, Иисуса голос, в шелесте листвы и в сильных море волнах, тихом дуновении, дуновении ветра, и в рассказе солнца, и призыве неба, шепчет о любви он счастье и покое, и о том, что в бурю он тебя укроет. Только ты послушай и открой всю душу для него. Майя, спасибо большое тебе за песню. Ты замечательно поешь, супер, вообще просто настоящий профессионал. Артуру есть куда стремиться. Ну а на сегодня, друзья, все, будем прощаться. Я вас всех очень люблю, поздравляю вас с праздниками. Желаю вам всем счастья, любви, здоровья, конечно же, и отличного настроения. Постарайтесь весело, круто отметить эти дни. И до новых скорых встреч. Пока-пока. Всех целую и люблю. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Всех поздравляю с Рождеством, с Новым Годом. Смотрите, это все их чемоданы погрузили. Is this all or? No, maybe some baggage. А Фарам говорит, что это еще не все. Еще несколько чемоданов понесут люди, как обычно, у себя на головах. Вот основной груз они поместили вот сюда, на эту тачку. Вот как надо отдыхать. Вы представляете себе? Ну это вообще, да, сколько вещей они набрали с собой. Наряды меняли каждый час. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.